Ну что, ребятки, рассаживаемся по своим местам. Начинаем нашу лекцию. С вами снова маньяк Трудовик. Сегодня я постараюсь по просьбам зрителей все это изложить более кратко, более содержательно. В одном из комментариев прозвучала моя идея, которую я хотел реализовать, но у меня на это просто не хватило времени, соседи съехали, к сожалению, я не смог реализоваться полностью. Ну, может быть, она и к лучшему. Итак, значит, у меня сначала была идея задействовать вот такие вот изделия. Значит, что это такое? Это втягивающее маленькое реле, а там электромагнитик, он, значит, под воздействием электромагнитного поля втягивает. Сейчас я покажу, как работает. Возьмем, у меня тут есть аккумулятор от робота-пылесоса. Вот, значит, подключаем его там 12 вольтам, и он, значит, что делает? Он втягивается. Я хотел подключить его через реле, но в процессе, так сказать, экспериментов оказалось, что вот эта штука, на самом деле, она греется довольно-таки сильно. Так как желания спалить собственную квартиру у меня не было никакого, да, я вот заказал разного типа размера их на Алиэкспрессе, вот такие вот, да, то есть где-то видел там в интернете ролик, мне там такая штучка стучит там по батарее под музыку, ну, создает ритм. Вот. Я тут поэкспериментировал, но они греются, то есть их использовать нельзя. И я не стал этого делать, потому что, ну, это небезопасно, как бы, сжечь себя и соседей, но оно, наверное, того не стоит. Вот, тогда, значит, я заказал вот такие штучки. Правильно кто-то написал? Да, действительно. Каждый из нас наверняка в полной тишине слышал, как у соседа или еще у кого-нибудь вибрирует телефон. Но в телефоне вот это вот мотор-вибратор, да, вот такой, значит, вот балансирчики, у них различные, они конфигурацию имеют. Я просто заказывал разные для экспериментов, разные мощности для того, чтобы, ну, так сказать, улучшить настроение соседей, так сказать, кайфом создать неописуемый. Вот, я заказывал разные три штучки. Значит, один я сейчас подключу, и можно будет понять. То есть в телефоне вот эта вот штучка, она в несколько раз меньше. И при этом телефон вибрирует, трясется, и мы, если телефон лежит на полу или на шкафу у кого-то, иногда можем слышать это у соседей. Идея была поставить это в районе люстры или еще где-нибудь. То есть, ну, опять же, скрытая установка, потому что ко мне приходили не раз. И менты приходили, ну, как бы, ну, так как это же не у меня. Но. Поэтому, значит, задача стоит в том, чтобы сделать это все очень аккуратно и скрытно. То есть, как бы, да, вы ведете открытую войну с соседями, они знают это, и вы это знаете. Но остальные, вы все отрицаете, и как бы все хорошо. Значит, подключим его сейчас, да, на 12 вольт. Аккуратненько. То есть эта штука способна разрушить дом. Сейчас аккуратно так получается немножко. Вот. Сейчас я попробую нарисую. Ну, то есть на самом деле не получается у меня. То есть ее надо фиксировать, на самом деле. Там есть всякие отверстия, да, там можно хомутики сделать. Я ставил на столе, она просто с ума сходит, на самом деле, этим вибрированием. Но он тоже греется. Поэтому для того, чтобы он не грелся, для того, чтобы, так сказать, создать некий эффект неожиданности, чтобы он не постоянно гудел, потому что к этому привыкаешь, были заказаны вот такие вот реле. Реле называется флешер. Сейчас я покажу на камеру, может быть, будет видно. Ну, я дам ссылки в описании, вложу. То есть, что оно делает? Это по типу реле, значит, поворотников, которые включаются и выключаются на одну секунду. То есть, оно реле таймер, значит, и оно работает под нагрузкой. Оно хитрое само по себе, то есть, ну, как бы, как подключить его, понятно. То есть, сюда мы подключаем минус, сюда подключаем плюс, а сюда подключаем нагрузку. Ну и, соответственно, второй это провод черный, который вот здесь, да, у нас находится, он тоже подключается вот сюда, на L. Ну, вот. И когда нет нагрузки, это реле не щелкает. Ну, оно как-то там по-хитрому сделано внутри, я его не разбирал, но как бы мне все равно абсолютно. Но оно вот так включается, выключается, ну и так далее. Но опять же, да, это будет там раз в секунду оно включается и создает вибрации, не то. Опять же, не то все это. Соответственно, нам нужен будет задать некий цикл. Еще было заказано вот такое реле. Ссылочку тоже вложу в описании.
оно уже программируется, то есть вы можете задать определенные режимы. Там, допустим, на 20 минут включили, там, и у вас там в течение 20 минут начинает щелкать этот реле, соответственно, включает исполнительный вот этот вот механизм, да, то есть в данном случае вибратор. Вы его можете настроить на разные режимы, они есть абсолютно там всяких модификаций там, и так далее. То есть, да, здесь потребуются небольшие знания электрики, ну что делать, да? То есть как бы война требует затрат. Курите форумы, не знаю, как тут схемы рисовать, подключения, ну как-то, честно говоря, не знаю. Возможно, что никто из вас этого делать не будет, поэтому я не буду. Но и это еще не все на самом деле. То есть, когда к вам придут, а к вам однозначно придут, вы должны иметь возможность сделать так, чтобы это все обрубилось. Для чего было заказано еще одно устройство, на самом деле. Вот такое. Это тоже значит, на Алиэкспрессе. Стоит все это копейки какие-то дикие. То есть абсолютно... Ну, то есть, значит, это 12-вольтовый дистанционный пульт управления. То есть вы на А нажимаете, включается у вас питание. На Б выключается. То есть что происходит? Значит, вы приходите домой, а вас уже ждут менты. Ну, вы не будете там, да, как бы часами ходить, или там кто-то с управляющей компанией, да, там менты. Но вот часами ходить, чтобы они уехали, ну, то есть, как бы, зачем это надо? Вот. Гораздо безопаснее просто взять в кармане, носить такой пульт. Вы выключили, даже если у вас цикл сейчас рабочий, да, то есть у вас основное реле времени включило все ваши, значит, поделки, вы можете его выключить из кармана, то есть к вам заходит, ну, и опять ничего. Ну, никто не будет там шмонать, вы можете это акт вашей доброй воли пускать себе или не пускать, но для того, чтобы снять с себя подозрения и чтобы вы не выглядели адекватными, значит, вот такая штука. Стоит копье, то есть, ну, реально. Я это все так на весу собрал когда-то, да, запустил реле, там красненьким светится это самое, там подключил на весу, это все скидал, но не понадобилось, я не успел. То есть они вот съехали прямо вот буквально вот в тот период, как раз когда я занимался тем, что вот эту штуку, значит, пытался запустить, так сказать, усилить их наслаждение жизнью. Вот такие дела. Так что все, что я хотел сегодня рассказать, я рассказал. Больше я ничего на эту тему выдать вам не могу, потому что это уже мои, как бы, там, секреты и все остальное. То есть на случай появления такого же неадеквата, как я, да, какой-то я так шучу, конечно, неадеквата, но вот, который будет там бороться с соседями или, ну, со мной еще бороться. Мы ведем себя очень тихо, на самом деле, как бы, то есть мы, даже если у нас гости, мы всегда это, я знаю об этом. А если мы хотим погужбанить, то мы идем в кабак и, в общем, там смеемся, курим кальян и отдыхаем. Вот, поэтому, ну, всякое бывает в жизни. То есть остальные, как бы, средства там технические, да, у меня было. По поводу инфразвука еще, кстати, хотел сказать. То есть сверхнизкие частоты. Значит, генератор СНЧ, я провел расчеты короба, значит, резонатора, да, то есть коробки самого. Он получился размером со шкаф. Диаметр мембраны, которая должна раскачивать, то есть вы можете только механически создать там частоту 5-6 Гц. Она тоже довольно-таки большая, я сейчас не помню, там, ну, где-то в районе там, 500-600 миллиметров, то есть это как бы делается с помощью лобзика и так далее. Никто с этим заморачиваться из вас не будет, я уверен на 100%. А вот фазоинвертор для того, чтобы вам раскачать, то есть вам создать резонанс внутри короба, да, который должен быть. Если вы даже соберете из фановых труб, я целое научное изыскание на эту тему провел, то есть это мне тема не чужда, да, моему образованию, поэтому я как бы все это посчитал, ну там несколько десятков метров по квартире, то есть, ну как бы я думаю, что как бы, ну уже это на грани. Но есть один большой минус, то, о чем я все время говорю, да, мне говорят, вот там затянул видео, то там ты это самое. Вся проблема в том, что вы не должны никому мешать. А генератор сверхнизких частот, я не знаю, как он влияет там, на людей, на животных. Там, может быть, действительно можно там, не знаю, коричневую волну создать и так далее, про которую очень много там говорили, от которой люди обсираются. Но вы нагадите не только тем соседям, которые сверху, но и те, которые сбоку с маленькими детьми и снизу. И если вы правильно сделаете СНЧ-генератор, то, во-первых, вас найдут очень быстро на самом деле.
А во-вторых, ну, как бы, ваши моральные устои, они тоже должны чего-то стоить. Все. Все, что хотел рассказать, рассказал. Всем счастливо, всем пока, всем добра. С вами был Маньяк Трудовик.